Пик паводка пройден. Об этом заявил на онлайн-брифинге начальник областного департамента по чрезвычайным ситуациям Алексей Советов. На поводкоопасных реках уже фиксируется значительное снижение уровня воды, доложил глава департамента ПЧС Алексей Советов. Напомним, сотрудники департамента заблаговременно организовали областной противопаводко-оперативный штаб, а также усилены спасательные и пожарные подразделения в районах с высоким риском потопления – Аршалынском, Атбасарском, Астраханском и Целиноградском. На 7 реках и в озере Копа были проведены взрывные работы по рыхлению и дроблению льда. Несмотря на сложную паводковую ситуацию, в районах потопления допущено не было. В принципе, можем сказать, что паводок подходит к завершению. Пик, как я сказал, уже пройден. Вместе с тем остаемся мы на боевых постах, продолжаем мониторить ситуацию на всех реках. Особое внимание уделяется реке Нура, по которой сейчас повышается уровень воды за счет притоков, сброса воды с водохранилища Карагандинской области. Но до критического уровня еще имеется запас.